Я горжусь тем, что на моей груди сегодня заявочный знак на право принимать Париж, Олимпиаду в Париж 2024 года. С сегодняшнего дня, с вечера, я посол Парижа по заявке. Я думаю, что это будет синергия не только двух городов, но и всех муниципалитетов, которые поддерживают нашу коллегу и которые позволят в 2024 году принять в Париже Олимпиаду летнюю. А мы за это время у них подучимся и потом уже привезем Олимпиаду летнюю в Казань. Я искренне в это верю. И в Олимпиаду в Париже, и в будущую Олимпиаду в Казань. Но самое главное, я верю в то, что сегодня открыта новая, надеюсь, золотая страница истории взаимоотношений двух исторических городов. Если раньше мы гордились тем, что через Казань проезжали великие имена, знаменитые люди, писатели, путешественники, исследователи, ученые, то сегодня мы имеем честь принимать мэра столицы, одного из главных государств мира, дружественной нам всегда Франции, которую Россию, Францию, большая история, большая культура. И вот то, что мы сегодня Париж и Казань теперь уже с ответным визитом встретились у нас, дает нам основание верить в то, что это новый этап, и он будет созидательный, интересный, плодотворный, обоюдовыгодный. И я желаю нам всем в этом успеха. Еще раз хочу поблагодарить мадам Гидальго за приезд. Это для нас событие большое.